Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас вот такой небольшой обзор. Первое знакомство с ароматом Айзенберг Джосс. Данный аромат был приобретен в Ритуаль по акции. То есть вот этот флакончик 30 мг вышел примерно за 1500. Давайте посмотрим, сколько он стоит сейчас. Вот аромат данный 30 мг. Стоит 2500 с кодом на 1000 рублей от 3000. Так цена составляет 3561 рубль. Данный аромат, это аромат 2001 года, мужской, есть также женский. Они, в принципе, очень похожи между собой. Как бы отличается только цвет флакончика. Джосс Айзенберг, это аромат для мужчин, он принадлежит группе древесно-фужерные. Выпущен в 2001 году. Верхние ноты мята, жасмин, лимон и бергамот. Средние ноты кофе, лаванда, артемзи. Базовые ноты сандал, пачули, амбра, мускус, ваниль, бобы тонко и мох. Вот у этого парфюма очень высокий рейтинг на фрагрантике. Я его, конечно, в Литуале пробовал, но на тот момент я пробовал очень много всего. Так я, в общем, как бы и не понял, хороший он, не хороший. В итоге я его, естественно, взял по такой цене, так как в коллекции он, я думаю, необходим. Вот. Давайте откроем. И первое впечатление вам скажу. Этот аромат как раз сейчас на зимнее время года. Самый такой. Вот так вот открывается. Встречает нас такая вот книжечка. Это фишка Айзенберг. Они в свои ароматы кладут вот такие книжечки. Вот фотографии, вернее, картинки красивые. Я пока только тут это встречал. Такие маленькие книжечки. Вот, собственно, такой вот флакончик. Маленький кубик. Напоминает Лалика Кренуар. Ну что, давайте будем тестить. Так вот это выглядит. Раз. Второй пшик. Первое впечатление маленько не такое, каким я думал он будет. Сейчас он, конечно, разойдется. Приятный аромат, конечно, да. На зиму он будет великолепен, я считаю. Такой кубик посоветую всем. Правда, цена маленько подросла. Ну, за 2600 можно, в принципе, взять. Приятный аромат. Но эффект вау вот на данный момент у меня он, конечно, не вызывает. Но у меня так было с черным мишкой Маскина. Я вообще не понял, что это за аромат. А сейчас это мой любимый аромат. Один из моих любимых на зиму. Ладно, будем тестить. Первое впечатление. Ожидаешь чего-то всегда большего. С таким рейтингом, с такими отзывами. Ну, аромат неплохой. Почему-то он мне что-то напоминает. А вот что? Ферре, что ли? Начало похоже. Ну, в общем, вот так. Попробуйте, понравится, берите на зиму. Отличный аромат, я считаю. Такой вот исполнение на подарок тоже, я думаю, подойдет. Всем спасибо за внимание.